Не знаю, настраивались выигрывать. Как-то сегодня, может, не знаю, фастбрейки мы там не могли ничего, ну, быстрых прорывах не могли ничего. Ну, много потерь там. Я, ну, штрафные как бы мазали. Это все сказывается. А они нам в ответ все забивали. Pa ja pre svega moram da čestim ekipi Dnipropetrovske na zasluženoj pobedi. Ja prije svega dužem komandu Dnipropetrovska pozdraviti zasluženoj pobedi. Imali su danas jednog izvrednog igrača kome nismo mogli ništa. Сегодня играл за них один игрок, против которого мы не смогли сделать ничего. Все мы пробовали. Все мы пробовали. И да га удваяем. И пробовали играть. И да играмо зону. И играть зону против. И преко блока, и из-под блока. Снизу заслона. И да га удваяем. И дабл тим с ним играть. Има таквих дана. Есть такие дни. Он извредан играч, али данас играл заиста. Он очень хороший игрок, но сегодня играл. Капа доле. Выше даже своих. Međutim, šljabu, mi smo izgubili utakmicu pre svega našom, ovaj, nismo igrali dovoljno hrabro pre svega. Prije svega, mi se igrali nedostatečno hrabro. I nismo igrali pametno. I ne igrali umno. Svaka odlučujuća lopta bila je njihova. Každo rješajući meč bil ih. Jako puno prodatih lopti u kontranapadu. Oči mnogo potjerenih mečev u bistrom prorivi. Puno promašenih zicera. Mnogo promazanih spetnika. Penala kad je bilo bitno. Štrafni kada je bilo oči važno. Tako da u jednoj takvoj situaciji zaista, protiv ovakvog protivnika, da kao što je Dnjepropetrovac danas bio, mi... Protiv takoj komande kak se ovdje ne prošli. Nismo mogli da dobijem utakmicu. S takimi šipkami mi ne mogli vigrati. Ima još drugo polovreme u utakmice. I jest još drugo vreme ete igre, drugi taj. Ništa nije nemoguće. Ničego nije nemoguće. Oni su u svakom slučaju u velikoj prednosti. Oni je bezuslovno u boljšem primućestve. Ali mi smo ih dobili dva puta ove godine. No mi u ovom godu obigrali ih dva raza. Zašto ne bi probali da ih dobijemo tamo? Pa čemu bi ne poprobati obigrati ih? Biće teško, ali... Bude teželo. Zašto da ne? No pa čemu nije? Dokazali smo da možemo da ih dobijemo i tamo i ovde. Dokazali smo što možemo igrati i zdes i tam. Probat ćemo da odigramo isto. Poprobujem tamo, uigrati. I think we just prepared like any other game. You know, we just, you know, we kind of know their weapons. We played them two times before, so we know each other. Both teams, you know each other. I think it was just who wanted more, you know, tonight. And shots fell for us tonight, for me, you know. And it could be anybody. It could be me, Thomas, Woods, you know, Lowe. You know, so tonight it was me, but it was a team victory today, definitely. Ну, ничего особенного, мы готовились, как и всегда, к этой команде. Да, мы играли уже дважды друг против друга, хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. Ну, сегодня получилось, у меня пошли броски, но сегодня это мог быть кто угодно, и Вудс, и Лоу, и Томас. Ну, сегодня это был я, и тем не менее, он говорит о том, что не только я, сегодня это была командная победа. Ну, сегодняшняя победа, прежде всего, за счет характера. Ребята его проявили, и то, что мы две игры проиграли в регулярном чемпионате, наверное, в некоторой степени расслабило команду «Химика». Вот. Готовились как к обычной игре, ничего сверхъестественного мы сегодня не сделали. Обычная игра обычного чемпионата. В принципе, для нас это не новость, и как-то такой... Чемпионат лично для меня мало интересен, потому что он как-то превращается в какое-то посмешище. У нас очень, оказывается, у нас можно ударить человека в лицо за 2000 гривен. Оказывается, у нас можно плюнуть в человека за 2 штрафных, иногда за 4. То есть как-то довольно это несерьезно, и мне как-то неинтересно, и я не вижу смысла готовить баскетболистов играть в баскетбол, потому что мы играем не баскетбол, у нас чемпионат не баскетбольный, а какое-то выяснение отношений, хамство и прочие какие-то неприятности. Мне, я остаюсь в этом чемпионате только потому, что я дал обязательства перед людьми, и я должен их выполнить. И, честно говоря, для меня и сегодняшняя игра была каким-то очередным проведением времени просто. Все хуже и хуже, и меньше интереса составляет игра, даже независимо от того, что мы выиграли. Как-то чемпионат проходит у нас не в том русле, мне кажется.